Здравствуйте, меня зовут Анна Большакова. Поговорим о важном. Вы, конечно же, как и я, не раз сталкивались с последствиями жесткой воды. С известковым налетом на чайнике, на посуде, на зеркале в ванной. С тем, что одежда плохо отстирывается, быстро выцветает и становится после стирки жесткой и колючей. А также с тем, что стиральная машина требует ремонта. Кроме того, я заметила, что моя подруга из другого региона использует значительно меньшее количество моющих средств, чем я. И выяснилось, что основная причина именно в жесткости воды. Оказывается, что даже дорогие качественные средства часто не способны работать в жесткой воде во всю силу. А ведь в России более 30 регионов имеют жесткую или очень жесткую воду. И вот у нас появилась замечательная серия, которую вы точно видели, а многие, возможно, уже даже попробовали. Это серия с очаровательным гномиком Гринли – биосредство для жесткой воды. Не секрет, что зеленые экосредства вызывают большой интерес. При этом часто покупатели задают вопрос, а так ли они эффективны? Да, они безопасные, но, возможно, они слабее или не очень хорошо очищают. Поэтому серия средств Home Gnome Greenly очень актуальна. Но как же наглядно показать преимущества наших стиральных биопорошков? Как понять, какая у нас вода дома? И что делать, если вода жесткая? Для этого я встретилась с экспертами компании Faberlic, получила все ответы и узнала, как можно проверить эффективность биопорошка Гринли, как он смягчает жесткую воду. Сейчас могу уверенно и с гордостью не просто подтвердить, насколько качественно и классно работает наш гном Гринли, но и показать, как это можно самостоятельно продемонстрировать. Я решила не просто проверить, как он справляется с жесткой водой, а устроить настоящее соревнование и сравнить его с другими средствами. Давайте начнем с того, как понять, какая вода течет у нас дома из-под крана. Проведем очень простой эксперимент. Возьмем обычное твердое мыло, терку и любой прозрачный флакончик. Вы наливаете воду из-под крана. Я же покажу вам оба варианта с мягкой и жесткой водой. Чтобы показать мягкую воду, я купила в магазине детскую питьевую неминерализованную. Во второй флакон я налила жесткую воду. Наполняем флакончики на 1/3, добавляем тертое мыло и интенсивно встряхиваем. Если у вас мягкая вода, то в флаконе вы увидите обильную пену. Если же вода у вас жесткая, то пены практически не будет, зато будет виден осадок. В жесткой воде любым моющим компонентам работать значительно сложнее. А значит, это либо приведет к перерасходу моющего средства, либо результат стирки вам не понравится. Получается, знать, какая вода течет у вас дома из-под крана, весьма полезно. Есть более точный способ определения жесткости воды, и он будет очень полезен тем, кто любит проводить мастер-классы и наглядно показывать действие и эффективность наших средств. Для этого нам понадобятся индикаторные капли для определения жесткости воды, которые можно найти в любом зоомагазине. Я рекомендую сразу купить 4 набора, а также пластиковая пипетка из магазина для рукоделия или обычный шприц. В состав набора входят индикаторные капли и мерный специальный стаканчик. Мы начнем с определения жесткости воды из-под крана. Наливаем в мерный стаканчик 5 мл воды. Берем индикаторные капли
и начинаем добавлять по одной. Постоянно размешивая. Видите, при добавлении первой капли цвет раствора стал красным. Теперь мы будем капать до тех пор, пока цвет раствора не изменится на зеленый. Обязательно считаем капли. Количество капель, необходимое для изменения цвета воды с красного на зеленый, показывает нам жесткость воды. У меня капнуло 2 капли, продолжаем считать. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. До 10 капель мягкая вода, после 30 очень жесткая. У меня получилось 12 капель, это средняя жесткость воды. Все возможные варианты жесткости воды вы найдете в инструкции к набору индикаторных капель. Для тест-драйва нашего биопорошка Home Gnome Greenly нам нужна очень жесткая вода. И сейчас мы с вами ее приготовим. Нам потребуется 500 мл воды в мерном кувшине, ампула хлорида кальция с концентрацией 100 мг в 1 мл, есть в любой аптеке, пипетка с делениями из магазина для рукоделия или медицинский шприц. Мы только что с вами уже определяли жесткость воды из-под крана. И если у вас получилось количество капель более 30, то значит вода у вас очень жесткая. И далее вы можете продолжать работать с ней. Если же жесткость воды из-под крана у вас получилась менее 25 капель, то необходимо подготовить более жесткую воду. И для этого нужен хлорид кальция. Сколько же его взять? Используем простую формулу. 30 минус количество капель, которые вы получили при проверке вашей воды из-под крана. Делим на 5 и получаем количество миллилитров хлорида кальция или кальция хлористого, которое вам пригодится для изготовления жесткой воды. У меня было 12 капель. 30 минус 12 разделить на 5 получается примерно 3,5 миллилитра кальция хлористого. Три с половиной миллилитров кальция хлористого я добавляю в 0,5 литра воды. Вы добавляете столько, сколько миллилитров получилось в вашем расчете. Теперь давайте проверим, действительно ли наша вода теперь очень жесткая. Это мы уже хорошо умеем. Берем 5 миллилитров нашей жесткой воды. Индикаторные капли и капаем до изменения цвета с красного на зеленый, обязательно считая капли. Двадцать пять, 26, 27, 28, 29, 30. Цвет внутри стал полностью зеленым на 30-й капле. Это значит, наша вода действительно жесткая.
Давайте запишем это значение, оно нам еще понадобится. Приступаем к тест-драйву нашего биопорошка для жесткой воды. И я хочу не просто проверить наш порошок Home Gnome Greenly, но и сравнить его с другими часто используемыми. Я взяла хороший неконцентрированный стиральный порошок и известный достаточно дорогой концентрированный. Для эксперимента нам еще потребуется 3 обычных стеклянных стакана, жесткая вода, индикаторные капли, маленькая кофейная ложечка, обратите внимание, она в 3 раза меньше чайной. Я заранее отметила на каждом стакане уровень в 100 мл, потому что для нашего эксперимента очень важны правильные пропорции. Теперь в каждый стакан мы наливаем по 100 мл подготовленной нами, уже проверенной жесткой воды. И начнем с обычного порошка. И так как он не концентрированный, то в стакан с жесткой водой я кладу его 3 ложки, а для концентрированных порошков достаточно 1 ложки. И перемешиваем. И оставляем наших участников примерно на 30-40 минут, так как именно столько времени занимает основной цикл стирки в стиральной машине. А в это время у вас есть возможность рассказать о новинках каталога, о новых коллекциях одежды, об акциях и о возможности получения постоянной скидки на весь ассортимент. И, конечно же, о подарке по первому шагу стартовой программы. И вот необходимое время прошло, и мы переходим с вами к самой активной фазе нашего тест-драйва. Нам снова нужны индикаторные капли. Начнем проверку с обычного стирального порошка. Набираем в мерный стаканчик 5 мл раствора с порошком и начинаем добавлять капли до изменения цвета с красного на зеленый. Обязательно считаем. Двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять. Цвет изменился на зеленый. Давайте это запишем. Теперь точно так же проверим известный концентрированный порошок.
23, 24, 25 капель. У нас получилось 25 капель. Запишем и этот результат. Ну а теперь мы проверим наш биопорошок Home Gnome Greenly. Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Всего 17 капель нам понадобилось, чтобы цвет с красного изменился на зеленый. Запишем и этот результат. Давайте сравним результаты. Вот жесткость исходного образца воды. Вот результат действия порошков. Чем меньше цифру, то есть количество капель, мы получили, тем сильнее смягчает воду данный порошок. Как мы видим, биопорошок Greenly смягчил воду значительно лучше и стал лидером. Это говорит о том, что моющие компоненты нашего порошка смогут отлично отстирать вещи даже в самой жесткой воде. Помимо этого, с гномом Greenly вам не нужно тратить деньги на дополнительную защиту стиральной машинки, а любая ткань с нашим порошком будет мягче и приятнее. Биосредства Home Gnome Greenly работают даже в самых жестких условиях. Не нужно мне доверять, просто возьмите и проверьте.